как проверить крышку радиатора и их симптомы. Интересно? Смотрим дальше. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз. Всем привет, меня зовут Виталий. И в этом видео я расскажу вам некоторые симптомы неисправности крышки радиатора. Хотя то, что я собираюсь перечислить, могут быть признаками и других неисправностей. И одна из них – это пробитая прокладка блока цилиндров. И если вдруг вы подозреваете, что у вас проблема с прокладкой головки блока цилиндров, то все равно неплохо бы сначала заменить крышку радиатора, потому что это гораздо дешевле и легче сделать самому, чем загонять автомобиль на СТО и делать определенную диагностику, где зачастую вам говорят о замене крышки радиатора. И первое, на что бы я хотел обратить внимание, которое часто случается с автомобилистами и с крышками радиатора, это утечка охлаждающей жидкости. И если вы или до вас кто-либо попытался использовать крышку радиатора, которая выдерживает больше давления, чем было рассчитано системой, это 100% вызовет утечку, особенно это приведет к выходу из строя старого шланга охлаждения жидкости радиатора. И это также может произойти, если крышка радиатора не может бросить избыточное давление системы в бачок охлаждающей жидкости. И поскольку давление находит всегда ту точку, есть наименьшее сопротивление в самом слабом месте системы охлаждения, то в нем и начнется утечка. Иногда утечка может быть и в самой прокладке крышки. Но зачастую это место находится быстрее в шланге, реже в самой помпе. Но если у вас все надежно, то крайний вариант – это радиатор. Вы, конечно, сами можете найти место утечки. Для этого вам нужно прогреть автомобиль и создать давление в системе. А потом внимательно поискать утечку под капотом. Либо с нижней стороны автомобиля. В районе радиатора. Ведь вы должны понимать, чтобы сбросить давление, не обязательно должна быть очень большая дыра. Это может быть незначительный свищ в районе хомута, скажем так. И вы должны знать, что зачастую эти утечки проявляются только при рабочей температуре. Или после того, как вы определенно немного поездите. Ведь при движении автомобиля помпа крутится гораздо сильнее, обороты охлаждающей жидкости увеличиваются, тем самым разогревает максимально всю систему охлаждения. И когда в определенный момент шланг нагревается и расширяется до оптимальной температуры, только тогда может показать небольшую утечку, которую первоначально на работающей машине на холостом ходу может быть и незаметно. Также один из вариантов, вам нужно будет дождаться, автомобиль остынет. Либо его не заводить и на холодную общупать и поприжимать все шланги. И нередко после того, как вы пережмете шланг, вы можете увидеть утечку, которая образовалась на микротрещине в самой резине. Но бывают такие варианты, что вы находите еще потенциальное место, которое бы в дальнейшем могло бы дать утечку. И если у вас все так и произошло, то я за вас очень рад. Так как шланг охлаждающей жидкости – это дешевая запчасть. И ее легко заменить практически любому автомобилисту. И даже если вы никогда не сливали охлаждающую жидкость, а тем более, если вы не помните, когда последний раз вы ее меняли, то замена шланга и охлаждающей жидкости на новую вам гораздо обойдется дешевле, чем заехать на специализированное СТО. Также очень частым симптомом перегрева двигателя может быть банально неисправная крышка радиатора, которая вызывает перегрев вашего двигателя. Ведь многие не знают, что воздушные карманы в системе охлаждения из-за неэффективного уплотнения, например, плохой крышки радиатора или при отсутствии достаточного давления могут вызвать перегрев двигателя. Ведь при снижении давления снижается температура кипения охлаждающей жидкости, что не позволяет ей поглощать достаточно тепла от самого двигателя. И если вы видите, что на приборной панели датчик температуры повышается, разумным вашим решением должно быть прекращение движения. После этого вам нужно подождать, пока датчик остынет, и только после этого продолжить движение до ближайшего СТО. В том случае, если вы уверены, что эта проблема всего лишь в крышке радиатора. Но если вы не уверены,
я рекомендую вызвать эвакуатор. Ведь вы знаете, что перегрев двигателя в конечном итоге приведет к отказу, так как детали начнут повреждаться и деформироваться из-за чрезмерной температуры нагрева двигателя. И так очень часто бывает, когда халогент закипает и испаряется, превращаясь в газ. И по внешнему виду он похож на пар. И если ваш двигатель начинает выпускать пар, это означает, что охлаждающая жидкость кипит и выходит через плохое уплотнение, которое зачастую находится в крышке радиатора. И в таком варианте вы однозначно понимаете, что двигатель все равно перегреется. Также неисправная крышка радиатора может порвать шланги системы охлаждения, ведь колебания внутреннего давления могут вызывать корабление и впоследствии разрыв шланга. Даже когда давление становится слишком низким, некоторые автомобилисты могли замечать вакуумный эффект, который впоследствии разрушает один или несколько шлангов. В свою очередь, повышение давления также может вызвать трещины в самих шлангах. Также при осмотре системы охлаждения убедитесь, что ваши шланги не жесткие и не кажутся сильно губчатыми такими. Ведь губчатые шланги являются слабыми и могут разрушиться в любой момент. В свою очередь, жесткие шланги очень хрупкие и не выдерживают больших нагрузок и трескаются даже от небольшого давления. Также неисправная пробка может привести к низкому уровню охлаждающей жидкости. А именно, если охлаждающая жидкость перегревается и испаряется в виде небольшого пара, то есть незаметно покидает систему. Здесь должно быть понятно, что она уже не вернется. При этом вы будете постоянно доливать жидкость, искать ее утечки и никогда не найдете ее. В таком случае, если вы видите, что уровень охлаждающей жидкости падает, значит, у вас именно проблема в самой пробке. Да, конечно, в таких вариантах будет не лишним заглянуть в выхлопную трубу и убедиться, что вода не попадает в двигатель и с паром не выходит вместе с выхлопными газами. Также возьмите за правило, никогда не позволяйте охлаждающей жидкости опускаться ниже рекомендованного уровня. Обычно это указывает нижняя отметочка на бачке охлаждения. В крайнем случае используйте дистиллированную воду, чтобы долить до нужной отметки. До тех пор, пока вы не сможете долить именно охлаждающей жидкости в виде концентрата. Но немаловажно знать, что использование обыкновенной воды с минералами выводит всю систему коррозией. Также неисправная крышка радиатора допускает попадание охлаждающей жидкости в расширительный бачок без нормального срабатывания, триггера избыточного давления. В свою очередь это может вызвать переполнение или преждевременное высвобождение охлаждающей жидкости из бачка. Думаю, эти симптомы из моего опыта были вам полезны. Из-за того поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы узнать много нового в следующих моих видео. Но не забудьте просмотреть и мои предыдущие. И до новых встреч. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.